ветер революции, прорываясь через поэта, гудит им, как мостом. Он проходит сквозь него, как дыхание через губы. В небе моего Вифлеема никаких не горело знаков. Никто не мешал могилами спать кудроголовым волхвам. Был абсолютно как все, до тошноты одинаков, день моего сошествия к вам. И никто не догадался намекнуть ни далекой, ни деликатной звезде. Звезда, мол, лень сиять напрасно вам, если не человечьего рождения день, то черт ль звезда тогда еще праздновать. Судите, золотую рыбешку выудим нитями невода, и поем, поем золотую, воспеваем рыбацкую удаль. Как же себя мне не петь, если весь я сплошная невидаль, если каждое движение мое огромное, необъяснимое чудо. Ребята рождаются одинаковыми. Поэты возникают по-разному. Призвание поэта начинается с тоски. Великий поэт рождается из противоречий своего времени. Он предварен неравенством вещей, сдвигом их, течением их изменения. Еще не знают другие о послезавтрашнем дне, а поэт уже определяет, пишет и получает непризнание. Будущее увидеть трудно. Если бы завтра отправили нас на 50 лет вперед, многие привезли бы из будущего наше прошлое. Люди вспоминают о Маяковском как о вечном победителе, говорят, как он сопротивлялся в тюрьме, и это верно. Владимир Маяковский был крепчайший человек, но ему было тогда 16 лет. Мальчика продержали в одиночке 5 месяцев. Он вышел из тюрьмы потрясенным. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтоб каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. В тюрьме он очень много прочел. Столько, что можно сообразить только потом. Вышел он, зная, что такое мысль и как человек отвечает за свои убеждения. Маяковский в тюрьме научился быть товарищем и в то же время научился замкнутости.
Это был очень скрытный, умеющий молчать человек. Он не был бездомным. Дом, квартира, семья у него есть. Но в стихах и даже в воспоминаниях его друзей того времени он кажется бездомным. Это бездомность юноши, который отрывается от своего дома и ищет собственную судьбу. Женщинуль опутываю в трогательный роман. Просто на прохожего гляжу ли. Каждый опасливо придерживает карман. Смешные, с нищих, что с них жулить? Сколько лет пройдет, узнают, пока кандидат на сажень городского морга. Я бесконечно больше богат, чем любой Пьерпонт Морган. Через столько-то, столько-то лет, словом, не выживу, с голода сдохнуль, встануль под пистолет, меня сегодняшнего рыжего профессора разучат до последних нот. Как, когда, где явлен? Будет с кафедры лобастый идиот что-то молоть о бога дьяволе, склонится толпа, лебезяще, суетна, даже не узнает, я не я. Облысевшую голову разрисует она врага или в сияние. Каждая курсистка, прежде чем лечь, она не забудет над стихами моими замлеть. Я пессимист, знаю, вечно будет курсистка жить на земле. Слушайте же, все, чем владеет моя душа, а ее богатству, пойдите, смерьте ей. Великолепие, что вечность украсит мой шаг, и самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вече. Все это хотите? Сейчас отдам. За одно только слово. Ласковое, человечье. Люди, пыля проспекты, топоча рожь, идите со всего земного лона. Сегодня в Петрограде, на Надеждинской, ни за грош продается драгоценнейшая корона. За человечье слово, не правда ли, дешево? Пойди, попробуй. Как же найдешь его? Самое важное поднято искусством выше стыда. В искусстве борется человек за поэзию своего сердца, за счастье. Поэт приносил корону царства, которого еще не было. Жилы и мускулы, молитв верней. Нам ли вымаливать милости времени? Мы, каждый, держим в своей пятерне миров приводные ремни. Это взвело на Голгоф аудитории Петрограда, Москвы, Одессы, Киева. И не было ни одного, который не кричал бы «Распни! Распни его!» Но мне люди... И те, что обидели. Вы мне всего дороже и ближе. Видели, как собака бьющую руку лижет? Я, обсемеянный у сегодняшнего племени, как длинный, скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто, где глаз людей обрывается куцей. Главой голодных орд в терновом венце революции грядет 16-й год.
А я у вас его предтеча. Я где боль, везде. На каждой капле слезовой течи распил себя на кресте. Маяковский вошел в революцию, как в собственный дом. Он пошел прямо и начал открывать в доме своем окна. Ему надо было переделывать улицы. Улицы должны были найти собственную, свою речь. Пришел человек с ответственностью за мир. Улет на мосту, на презрение, на смех, земной любви искупителем значась, должен стоять, стою за всех расплачусь, за всех расплачусь. Пришел поэт с такой страстной, безоглядной верой в будущее, что тема трагического одиночества его ранних произведений переросла в тему бессмертия, тему человеческого воскрешения, которая и стала основной ведущей в его творчестве. Маяковский хотел войти в коммунизм со всей своей жизнью, с любовью, с друзьями. Он стал поэтом будущего. Сюжетом ему было трудно. Он лирический поэт, и у него лирический сюжет. Он сам герой своих вещей. Его тема – поэт, идущий через горы времени. Маяковский своей работой сместил понятие времени. Поэтому вот так очень широко в его творчестве распространен метод художественной трансформации, метод перевоплощения. Один человек не может дожить до послезавтрашнего дня. Он должен изменяться, трансформироваться, оставаясь в общем по существу самим собой. Вот как дойти туда, в коммунистическое далеко, как живой с живыми, говоря, как сделать, чтобы не распалась связь времен? И Маяковский начинает возводить мосты. Мост стал самым точным, самым верным, самым постоянным образом в его произведениях. Мост время. Поэт как часовой на мосту, он как рабочий под мостом. Наконец, мост он сам. Синтез темы, метода и образа очень театрален. И недаром уже в 1913 году поэт обращается к театру в трагедии Владимира Маяковского. Как в капле воды отразился в этом первом опыте Маяковский драматург. Вам ли понять, почему я, спокойный насмешек грозою, душу на блюде несу к обеду идущих лет, с небритой щеки площадей, стекая ненужной слезою, я, быть может, последний поэт? Замечали вы, качается в каменных аллеях полосатое лицо повешенной скуки, а умчащихся рек на взмыленных шеях мосты заломили железные руки. Граненых строчек босой алмазник, взметя перины в чужих жилищах, зажгу сегодня всемирный праздник таких богатых и пестрых нищих. Оставь, зачем мудрецам погремушек потеха? Я тысячелетний старик и вижу в тебе на кресте из смеха распят замученный крик.
Вы слышите, здесь их жажду бессмертия и превращения поэтов в слезу, и десятки других прочих, других разных Маяковских, и тревожный, вздыбленный, рушащийся мост. В 1923 году Маяковский пишет одно из самых зрелых и едва ли не самое личное свое произведение, поэму про это, где вот эта тема человеческой ответственности, я бы даже сказал, тема бессмертной ответственности поэта, обрела могучее выражение, где найденный им метод трансформации доведен до блеска завершенности, где образ моста из зрительного стал действующим. Повторю, наверное, да? В 1923 году Маяковский пишет одно из самых зрелых и едва ли не самое личное свое произведение, поэму про это, где тема бессмертия и ответственности, я бы даже сказал точнее, бессмертной ответственности поэта, обрела могучее выражение, где найденный им метод трансформации доведен до блеска завершенности, где образ моста из зрительного становится действующим. Река, большая река, холодина, рябит река, я в середине. Белым медведем взлез на льдину, плыву на своей подушке льдине. Бегут берега за видом вид, подо мной подушки лед, с Ладоги дует, вода бежит, летит подушка плот. Плыву, лихорадюсь на льдине подушки. Одно ощущение водою не вымыто. Я должен не то под кроватные дужки, не то под мостом проплыть под каким-то. Было вот так же. Ветер, да я. Эта река, не эта иная. Нет, не иная. Было, стоял. Было, блестело. Теперь вспоминаю. Мысль растет, не справлюсь я с нею. Назад вода не выпустит плод. Видней и видней, ясней и яснее. Теперь неизбежно он будет, он вот. Волны устои стальные моют, недвижный, страшный, упершись в бока столицы, в отчаянии созданной мною, стоит на своих стоэтажных быках. Небо воздушными скрепами вышел, из вод феерии стали восстал. Глаза подымаю выше, выше. Вон, вон, опершись о перила моста, прости, Нева! Не прощает, гонит, жалься, не сжалился бешеный бег. Он у небес в воспаленном фоне, прикрученный мною, стоит человек. Стоит, разметал изросшие волосы, я уши лаплю, напрасные мнешь. Я слышу мой собственный голос, мне лапы дырявит голоса нож. Мой собственный голос, он молит, он просится, Владимир, остановись, не покинь. Зачем ты тогда не позволил мне броситься, с размаху сердца разбить быки? 7 лет я стою, я смотрю в эти воды, перилом прикручен канатами строк.
7 лет с меня глаз эти воды не сводят. Когда ж избавление срок? Ты, может быть, к их не примазался касти, целуешь, ешь, отпускаешь брюшко, сам в ихний быт, в их семейное счастье намериваешься пролезть петушком. Не думай, рука наклоняется вниз его, грозится сухой подмостную кручу. Не думай бежать, это я вызвал, найду, загоню, доконаю, замучу. Там в городе праздник, я слышу гром его. Так что ж, скажи, чтоб явились они, постановление неси исполкомова. Муку мою конфискуй, отмени. Пока по этой, по Невской, по Глуби спаситель любовь не придет ко мне, скитайся ж и ты, и тебя не полюбят. Греби, тони междомовых камней. Стой, подушка, напрасное чщенье. Я лапой гребу, плохое весло. Мост сжимается, Невским течением меня несло, несло и несло. Уже я далек, я, может быть, за день от тени моей с моста. Но гром его голоса гонится сзади. Погоня угроз, паруса распластал. Забыть задумал Невский блеск. Ее заменишь неким. По гроб запомни переплеск, плескавший в человеке. Начал кричать: разве это осилите? Буря басит, не осилить вовек. Спасите, 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 спасите. Там, на мосту, на Неве, человек. Вот эта ответственность и вызывает конфликт лирического героя с окружающей средой. Конфликт чисто драматургический. Из поэзии вырастает драматургия. Тема и конфликт те же, жанр другой. Это уже сатира. Даже в трагедии Владимира Маяковской он выступает как сатирик. С театром Маяковской был связан по разным линиям и в разном качестве. И как режиссер, и как драматург, актер, и художник, теоретик и критик театра. Но Маяковской стремился к утверждению не просто театра, а именно театра агитационного. Сделать агитацию, пропаганду тенденций живой, писал он, в этом смысл и трудность сегодняшнего театра. Попытка вернуть театру зрелищность, попытка сделать подмостки трибуной, в этом суть моей театральной работы. Маяковский утверждает, что театр как искусство, как вид искусства, не может умереть, ибо кинематограф не может заменить театр, вытеснить его. Однако кинематограф, влияя в свою очередь на театр, заставит его отказаться от иллюзий реальной жизни, потому что если задачей театра будет только копия природы, то к чему весь сложный театральный бутафорский механизм, когда на 10 аршинах полотна можно дать и океан, и миллионное движение города, как иллюзия, театр обрекает себя на гибель,
чтобы возродиться снова как динамическое искусство актера. Аристократические чепчики. Какие же это чепчики? Это же... Это что ж, я без глаз, что ли? А ежели у нас двое не родится? Это вот на Лилиен, это на Дороти. Вот так и будут вместе гулять. Я их уже решил назвать аристократический, кинематографический. Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите Розалию Павловну. Захватите Розалию Павловну, разве ж у них... Пошлость в голове, они молодой класс, они все по-своему понимают. Они к вам в дом древнее, незапятное пролетарское происхождение и профсоюзный билет вносят. А вы рубли жалеете, не извольте беспокоиться, они легонькие, я донесу за те же самые. Танцующие люди из балетных студий. А и будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Вот так. Захватите Розалия Павловна. Товарищ Присыпкин. Вы не называйте меня товарищем, гражданочка. Вы еще с пролетариатом не породнились. Будущий товарищ. Вот так. Гражданин Присыпкин, ведь за эти деньги 15 человек бороды побреют, не считая мелочей, усов и прочего. Лучше пиво к свадьбе, лишний дюжин, а? Розалия Павловна! У меня дом да должен быть... Да у него быть... дом должен быть полной чашей. И танцы, и пиво у него должны бить фонтаном, как из рога изобилия. Не извольте беспокоиться, донесу за те же самые, они легонькие. Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться. Из-за моей, пуговицы... В моей красной семье не должно быть мещанского быту и брючных неприятностей. Вот так. Захватите Розалия Павловна. Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он победивший класс, он сметает на своем пути все, как лава. И брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей. Не извольте беспокоиться, я донесу, они легонькие за те же самые. А вот республиканские селедки, незаменимы при всякой водке. О, селедка это да. Это вы будете к свадьбе иметь вещь. Это я да захвачу. Ну-ка, пройдите все, мужчины. Сколько стоит эта килька? Эта лососина стоит 2,60 киломода. 2,60 за этого шпрота переростка? Что вы, мадам, всего 2,60 за этого кандидата в осетрины? 2,60 за эти маринованные корсетные кости. Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского. О, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в этой государственной советской общественной кооперации. Ну, подождем здесь, товарищ Скрипкин. Зачем вам сливаться с этой мелкобуржуазной стихией и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке? За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам устрою свадьбочку на ять. Товарищ Баян, да. Я против мещанского быту, канареек, прочего. Я человек с крупными запросами. Я вот зеркальным шкафом интересуюсь. Когда ваш свадебный кортеж? Ты чего болтаешь? Какой кортеж? Да не кортеж, а кортеж, товарищ Скрипкин. Так на красивых иностранных языках называется всякая и особенно такая торжественная поездка. А, ну-ну. Так вот, когда ваш свадебный кортеж подъедет, я вам спою эпиталаму о боге Гименее. Чего ты болтаешь? Какие Гималаи? Да не Гималаи, а эпиталаму о боге Гименее. Такой бог любви был у греков. Да ну не этих же желтых озверевших соглашателей Венеделосов, а у древних республиканских! Товарищ Баян! Я требую, чтобы за свои деньги у меня была красная свадьба и никаких богов, понял? Что вы, товарищ Скрипкин? Ну не то, чтобы понял, а силой согласно Плеханову, дозволенного марксистом воображения, я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, торжественные и упоительные торжества. Вот так. Невеста вылазит из кареты. Красная невеста. Вся красная. Упарилась, значит.
Ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ерыкалов. Он как раз мужчина тучный, апоплексический. Вводят от вас красные шофера. Весь стол в красной ветчине. Бутылки с красными головками. Красные гости кричат горько. И тут красная, красная уже супруга протягивает вам красные, красные губки. Во! Я счастлив. Я счастлив видеть удачное завершение полного борьбы пути товарища Скрипкина. Ну, правда, он потерял на этом пути один частный партийный билет, но зато приобрел много билетов государственного займа. Нам удалось согласовать и увязать их классовые и прочие противоречия, в чем нельзя не видеть, как в капле воды, будущее счастье человечества, именуемое в простонародье социализмом. Горько! Какими капитальными шагами мы идем по пути нашего семейного строительства? Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли мечтать, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени? Разве хотя бы наши великие учителя Маркс и Энгельс могли предположительно мечтать или мечтательно предположить, что мы будем сочетать узами Гименея безвестный, но великий труд с поверженным, но очаровательным капиталом? Горько! Уважаемые граждане, красота – двигатель прогресса. Ну, что бы я был в качестве простого трудящегося? Бочки и больше ничего. А чтобы я мог в качестве простого трудящегося мычать и больше ничего. Но вот я Олег Баян, и я могу все, что угодно. Например, Олег Баян от счастья пьян. И вот теперь я равноправный член общества, и я пользуюсь всеми благами культуры, и я могу выражаться. То есть нет, выражаться я не могу. Но я могу разговаривать хотя бы как древние греки. Эльзевира Скрипкина, передайте Рыбкина. И мне может вся страна отвечать как какие-нибудь трубадуры для промывки вашей глотки, за изящество и негу, хвост сельдя и рюмку водки преподносим мы Олегу. Но дыханием моим, сердцебиением, голосом, каждым острием издыбленного в ужас волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубом искрежещенным в звериный ляск, ёжью кожи, гнева брови сборами, триллионом пор, дословно всеми порами, в осень, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон, не приемлю, ненавижу это все. Все, что в нас ушедшим рабьем вбито, все, что мелочинным роем оседало и осело бытом, даже в нашем краснофлагом строе. Вижу, вижу ясно до деталей, воздух в воздух, будто камень в камень, недоступные для тленов и крошений. Рассеявшись, высится веками мастерская человечьих воскрешений. Алло, алло. Говорит председатель института человеческих воскрешений. Вопрос опубликован телеграммами, обсужден, прост и ясен. На перекрестке 62-й улицы и 17-го проспекта бывшего Тамбова, прорывающая фундамент бригада, на глубине 7 метров обнаружила засыпанный землей обледеневший погреб. Сквозь лед феномена просвечивает замороженная человеческая фигура. Институт считает,
возможным воскрешение индивидуума, замерзшего 50 лет назад. Урегулируем разницу мнений. Институт считает, что каждая жизнь рабочего должна быть использована до последней секунды. Просвечивание показало на руках существа мозоли, бывшей полстолетия назад признаком трудящегося. Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших Федерацию Земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна. Я довожу до вашего сведения возражение эпидемической секции, боящейся угрозы распространения бывших бактерий, наполнявших бывшие существа бывшей России. С полным сознанием ответственности приступаю к решению. Помните, товарищи, помните и еще раз помните, мы голосуем человеческую жизнь. Начинаем. Появляется естественная окраска. Освобождаюсь от льда. Грудь вибрирует. Простите, товарищ, ну, конечно, выпивший был. Это какое отделение милиции? Да нет, это совсем другое отделение. Это отделение ото льда кожных покровов, которые вы отморозили. Чего? Это вы чего это отморозили? Еще неизвестно, кто из нас был больше выпивший. Вы, как спецы, доктора, всегда возле спиртного крутитесь. А я себя, как личность, всегда удостоверить смогу. Пожалуйста, профсоюзный билет при мне. Пожалуйста. В МОПР уплочено, а с Ряхим внес. Долой неграмотность, пожалуйста. Это что такое? Выписка из ЗАГСа. Да ведь я ж вчера женился. Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Какое сегодня число? 12 мая 1979 года. Господи, сколько же я в профсоюз не платил, а? 50 лет. Господи, сколько же справок спросит? В губотдел, в промотдел, в ЧК, губчика. Господи, жена, пустите, пустите! Клопик, Клопуля. Не уходи, побудь со мной. Ну не уходи, не уходи! Один. Один! Так, товарищи, этот набатный, революционный, призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы Ильича свяжут площадь имени десятилетия советской медицины с бывшим оплотом буржуазии Сенным рынком. Да, алло, нету. Кто ездил в трамвае до 25 октября? Деклассированные интеллигенты, попы, дворяне. В чем они ездили? Они ездили в желтом трамвае. За сколько? Всего за 5 копеек станцию. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники Вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами в красном трамвае. За сколько? Всего за 10 копеек станцию. Так, товарищи. Нету! Итак, на чем мы остановились? На этап, товарищи. Итак, товарищи, помните, Лев Толстой, величайший и незабвенный художник пера.
Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий, Большая Медведица. Лев Толстой... Простите, товарищ Победоносиков, вы там про трамвай писали, а здесь почему-то Льва Толстого трамвай на ходу пустили. Все? Какой трамвай? Почему тут Толстой? Попрошу без замечаний в рабочее время. Для самокритики вам отведена стенная газета. Продолжаем. Даже Лев Толстой, даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наше достижение в виде вышеупомянутого трамвая, даже она бы заявила перед лицом мирового империализма: не могу быть молчать. Вот они, красные плоды всеобщего обязательного просвещения. И в эти дни юбилея, безобразие, кошмар. Вызвать ко мне товарища гражданина бухгалтера Ночкина. Итак, на чем мы остановились? Ну и так, товарищи. Итак, товарищи, Александр Семенович Пушкин, непревзойденный автор как оперы Евгения Онегина, так и если того же названия. Простите, товарищ Победоносиков, но вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин без всякой трамвайной остановки. Попрошу без возражений. Я здесь выдержан и усовершенствован, пишу на одну тему. И без всяких уклонов в сторону, а вы... И Толстой, и Пушкин, и даже, если хотите, барон. Это все хоть и в разное время, но соебилейщики. И вообще, может, напишу одну общую руководящую статью, вы могли бы потом без всяких извращений самокритики разрезать статью по отдельным вопросам, если вообще на своем месте. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Бельведонский. Как, задание выполнено в ударном порядке? Выполнено, конечно, выполнено. Так сказать, не смыкая глаз, но все выполнено согласно социальному заказу и авансу на все 300%. Так. Позвольте взглянуть на вашу будущую мебель. Продемонстрируйте. Извольте. Вы, разумеется, знаете и видите, как сказал знаменитый историк, стили бывают разных луев. Вот это Луи Каторс XIV. Прозвали так французами после революции 1848 года, а за то, что шел непосредственно после 13. Это Луи Жакоб. И, наконец, позволю себе и посоветую как наиболее современное Луи Маве Гу. 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 В стиле ничего. Чисто подобрано. А как цена? А все три луя приблизительно в одну цену. Тогда, я думаю, мы остановимся на Луе 14. Но, конечно, в согласии с требованием РКО об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить подмаренный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах. Олюшка, Оле... Олюшка широкая, едут по полю герои Красной Армии. Герои, посхитите, свыше 14 людовиков было, а до этого додуматься не могли, а вы так сразу так. По-большевицки, по-революционному, товарищ Победоносиков. Ну, разрешите, я нарисую ваш портрет, изображу вас как новатора-администратора, а также распределителя кредитов. Так. Тюрьма и ссылка по вас плачет. Что? Журнал, разумеется. А. Музей революции по вас плачет. Оригинал туда оторвут с руками, а копии с небольшой рассрочкой жалования расхватают признательные сослуживцы. Ну, позвольте. Ни в коем случае. Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу. Но если, так сказать, для полноты истории... История? Да. Если на ходу... На ходу. Не прерывая работу, а, я сяду здесь, за письменным столом. А ты изобрази меня ретроспективно. То есть, как бы, на лошадь. Лошадь-то вашу я уже дома нарисовал. Вдохновлялся на бегах. И даже, не поверите, в нужных местах сам в зеркало смотрелся. А? Мне вот только вас... К лошади присобачить осталось. Ох, какая чистая
линиях. Только у Микеланджело была такая чистая линия. Вы знаете Микеланджело? Анджело Фармини. Итальянец. Фашист? Что вы? Не знаю. Не знаете? А он меня знает? Не знаю. Но он тоже художник. Но он мог бы и знать. Знаете, художников много, а глав, значит, пупс один. Работайте. Карандаш дрожит. Не передать всю диалектику характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое. Тихо! Работайте! Блесните. Блесните глазами через левое плечо и через самопишущую ручку. Позвольте увековечить это мгновенье. Войдите! Вы? Я. 230. 240. Пропили. Проиграл. Чудовищно, непостижимо. Кто? Растратчик, где у меня? В какое время? В то время, когда я веду мое учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса и согласно предписаниям Центра... Да, Карл Маркс! Да он тоже в карты поиграл. Карл Маркс в карты? Никогда. Ну вот, никогда. А что писал Франц Мерин? А что он писал? Что он писал на 72-й странице своего капитального труда Карл Маркс в личной жизни? Играл. Играл наш великий учитель. Я, конечно, читал и знаю товарища Меринга. Во-первых, он преувеличивает, а во-вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры. А вот знаток, одноклассник и современник, известный Людвиг Фейербах, он пишет, что и в азартные. Я, конечно, читал и знаю товарища Фейербахова. Карл Маркс действительно играл в азартные, но не на деньги. Нет, на деньги. Да, но на свои, а не на казенные. Ну, положим, каждый, штудировавший Маркса, знает, что был, правда, однажды, памятный случай, что и на казённый. Конечно, конечно. Вот этот исторический случай в связи с историческим прецедентом, он позволит нам внимательнее отнестись к вашему поступку, но все же... Да бросьте вы вала вертеть! Не играл никогда Карл Маркс. Ты что? Ни в какие карты. Да ты... Да что мне вам объяснять? Разве вы можете человека-то понять? Вам бы только вот со своими статьями да параграфами заниматься. Клипса ты канцелярская. Портфель ты набитый. Что? Издеваться? Над кем? Над своим непосредственным и ответственным начальником и непосредственной... Тьфу ты, да что я говорю-то? Безответственной тенью Маркса. Задержать. Не пускать! Товарищ Победоносиков, не утруждайте себя звонками. Я сам сообщу, куда надо. Прекращу! Не позволю! Товарищи, на несколько минут придется прервать действия по независимым от нас обстоятельствам. Ну что, идут, неудобно же задерживать. Переговорить, наконец, могут и потом. А, идут. Здравствуйте, здравствуйте. Это что такое? Ну, это несущественно, не обращайте внимания. Да. И задержка тоже, одна минута, даже полчаса. Ну, да. Это не поезд, всегда можно задержать. Все понимаем, в такое время живем. Могут быть всякие государственные, даже планетарные дела. Да, да, да. Расположены.
Ну, вы посмотрели, ну и как? Нас всех, конечно, интересует впечатление, вообще взгляд. Да не, ничего, вроде ничего, да. Ничего, как-то все. Мы вот тут говорим с Иваном Ивановичем, что остро схвачено. Подмечено, подмечено, да. Но все-таки это как-то, понимаете, все это не то. Так нет, товарищ, мы всегда готовы, мы стремимся. Вы только сделайте несколько конкретных указаний, и мы тотчас же оглянуться не успеете. Но все это, в жизни так не бывает. Ну вот, скажем, этот победоносик, неудобно получается, да, неудобно. Судя по всему, изображен ответственный товарищ. Как-то его выставили в таком свете, еще как-то назвали главначпупс. Главначпупс. Не бывает у нас таких. Да, не похоже, не жизненно. Это надо переделать. Смягчить, опоэтизировать, как-то, так сказать, округлить, да. Неудобно, понимаете, неловко, да. Неудобно. У вас есть телефон? Я позвоню Федору Федоровичу, я думаю, что он вообще пойдет на встречу. Я тоже думаю. А, во время действия неудобно, но я потом. Товарищи, но дело в том, что ведь это в порядке опубликованной самокритики. Из разрешения куплита, только в порядке исключения выведен такой литературный отрицательный тип. Как вы сказали? Тип? Разве ж так можно выражаться? Про общественного государственного деятеля. Тип. Тип. Знаете ли. Это все-таки не тип. Да. А как-никак поставленный руководящими партийными органами главначпупс. А вы понимаете, тип. А если в его действиях были какие-то противозаконные нарушения, так следует сообщить, куда следует на предмет разбирательства. Да. И, наконец, проверенные прокуратурой сведения, да, сведения, опубликованные РКИ, притворить в символические образы. Это я понимаю, но не выставлять же на общее посмешище в театре. Товарищ, вы, конечно, совершенно правы, но ведь это по ходу действия. Действия. Да какие такие могут быть у вас? Какие у вас действия? Действия. Никаких действий у вас быть не может. Ваше дело показывать, а действовать, не беспокойтесь, будут без вас соответствующие партийные и советские органы. Да. А потом, надо же показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, ну, например, наше учреждение, в котором я работаю, ну, для меня, например. Да, совершенно правильно. Вот вы бывали у него в учреждении? Вот я, например, бывал у него в учреждении. Удивительно интересно. Директивы выполняются, организация налаживается, циркуляры проводятся, бумаги годами лежат в полном порядке. Для жалоб, отношений... Конвейер – настоящий уголок социализма. Удивительно интересно. Это действительно удивительно. Товарищ, ну позвольте. Не позволю. Не имею права. Да. Вообще удивляюсь, как это вам позволили. Даже нас как-то дискредитируют перед Европой. Да. Кого вы нам противопоставляете? Кого? Изобретателя. Да что он изобрел? Тормоз Вестингауза он изобрел, самопишущую ручку он выдумал, трамвай без него ходит, и ходит. Рацелярию он канцеляризировал, а? Как? Я говорю, канцелярию он рационализировал, нет, так об чем толк? Да, мечтателей нам не нужно. Социализм это, понимаете, учет. Вот вы бывали в бухгалтерии? Я... Кстати говоря, бывал в бухгалтерии. Mm. Это очень интересно. Это удивительно интересно. Везде цифры. Uh-huh. Большие, малые цифры, цифры. И в конце все с друг другом сходятся. Учет. Удивительно интересно. Товарищи, вы не поймите нас плохо. Мы, конечно, можем ошибаться, но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят, заработают. Посмотрит, взбудоражится, посмотрит, разоблачат. Я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не будоражить. Да. Подумаешь,
будильник взбудоражит. Ваше дело ласкать глаз, а не будоражить. Ваше дело ласкать ухо, а не будоражить. Мы хотим отдохнуть после общественной и государственной деятельности. Назад, классикам. Учитесь, величайший гений проклятого прошлого. Сколько раз я вам говорил. Да. Кстати, помните, как пел поэт? После разных заседаний нам не радость, не печаль. Нам в грядущем нет желания. Нам тарам, не жаль. Не жаль, действительно. Да, да, сделайте нам красиво. Вот в Большом театре нам постоянно делают красиво. Кстати, вы бывали на Красном Марке? А я был. Я был на Красном Маке. Удивительно интересно. Везде, знаете, порхают, танцуют разные эльфы, сифилиды, поют. Сильфиды. Да, совершенно верно. Сифилиды, понимаете, с цветами, эльфы, цфельфы порхают. Удивительно интересно. Но дело в том, товарищи, что эльфов было уже много, и дальнейшее размножение как-то не предусмотрено с пятилеткой. А вот что касается отдыха, что же, я вас понимаю. И сейчас же будут в пьесу видны соответствующие такие вставки, грациозные, изящные. Вот, например, и товарищ Победоносиков. Если дать ему щекотящую тему, он может всех расхохотать. Вот сейчас я сделаю несколько конкретных указаний, и роль просто разалмазится. Товарищ Победоносиков, вот, пожалуйста. Возьмите в руки несколько предметов. Ну, например, ручку, бумагу, подпись, портмаксимум. И делайте несколько таких жонглёрских упражнений. Ну, например, хватайте ручку, бросайте бумагу, ставьте подпись. Бросайте подпись, бросайте бумагу, хватайте ручку, хватайте портмаксимум. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все в день, пар день, юра, брат. Все в день, пар день, юра, брат. Доходит? Да. Молодец. Хорошо, хорошо. Молодец. Бодро, бодро. И главное, никакого упадничества. Все есть. Да, да. Все и есть. И ничего, главное, не роняет. Молодец. Ничего молодец. Не роняет. На этом хорошо, можно просто, да, знаете, размяться. Только вы знаете, вы сюда введите еще самокритику таким символическим образом. Это сейчас очень своевременно. Очень. Ну, поставьте куда-нибудь в сторонку столик и пускай там своим делом занимается, пока вы здесь статьи пишете. Ну, ладно, ладно, да, да, да. Ну, спасибо. До свидания. Не хочу опошлять и отяжелять впечатление, да, после такой изящной концовочки. Замечательно было, да. Что? Разморозили, издеваются? А я не просил вас размораживать. Заморозьте меня обратно, во! Да что же это за жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить. Все кнопки об проклятое стекло обламываются. За что боролись? А за что кровь проливали, когда мне гегемону, значит, в новоизученном танце растанцеваться нельзя? Так зачем же я в себе изящное преемственное образование воспитывал? Работать я и до революции мог! Братцы, родные мои, свои, да когда же вас разморозили-то? Так почему же я один? Пожалуйте ко мне в клетку, граждане, граждане, пожалуйте ко мне в клетку. Прощайте, товарищ, нечего сказать. Называется революционный театр, а сами раздражаете? Как-то вы высказались, будоражите ответственных работников. Это не для масс. И рабочие крестьяне этого не поймут, и хорошо, что не поймут. И объяснять им этого не надо. Что вы из нас каких-то действующих лиц делаете? Мы хотим быть бездейственными. Как они называются? Зрителями.
Привет, товарищи. Я делегат 2030 года. Включена на 24 часа в сегодняшнее время. Срок короткий, задания чрезвычайные. Проверьте полномочия и оповеститесь. Институт истории рождения коммунизма. Так, даны полномочия, правильно, отобрать лучших, ясно, для переброски в коммунистический век. Что делается-то? Что делается, господи? Товарищи, сегодняшняя встреча наспех, но со многими мы проведем года, и я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Как наши ученые, узнав о вашем опыте, установили дежурство, как они учитывали и корректировали неизбежные ваши просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие туннель, пока не встретились сегодня. Вы сами не видите всей грандиозности ваших дел. Нам виднее, мы знаем, что вошло в жизнь. Я с удивлением оглядывала квартирки, которые исчезли у нас и только сохраняются музеями. Я смотрела на гиганты стали и земли, благодарные память о которых, опыт которых и сейчас высится у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых у нас горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня своего краткого облета я глядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшие так быстро в счастье нашей, в радость всей планеты. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой, но я рада сказать вам об этом. Вы когда-нибудь бывали в очереди? Я первый раз бываю в очереди. Удивительно интересно. В чем дело, гражданин? Так это больше продолжаться не может. Я об этом еще поговорю. Я и в стенную газету про это напишу. Обязательно напишу. С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди. Товарищ Победоносец. Да какой же ж может быть бюрократизм перед отбором и перед проверкой? Так и не треба вам ее беспокоить. Идите себе вне очереди. Вот очередь пройдет, и валяйте прямо, сами по себе, вне очереди. Да мне нужно-то сейчас. Сейчас, пожалуйста, сейчас. Только же у вас, товарищ, часы с ихними часами не согласованы. У нее же ж, товарищ, время другое. И как она мне скажет, вы сразу ж и пойдете. Так ведь мне же ж нужно в связи с переброской выяснить массу дел. И оклад, и квартиру, и прочее. Тьфу ты, что же я вам говорю-то? Что тут? Да не суйтесь вы с мелочами в крупные государственные учреждения. Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется. Фордизмы разные. Машины времени. То. Все. Подумаешь? Какой-то Чудаков пользуется тем, что изобрел этот паршивый аппаратишко времени и познакомился с этой бабой, ответ женщины раньше. Я еще не убежден, что здесь непростое бытовое разложение и вообще не связи фридлянского порядка. Да. Полый характер, да-да. Подчиненный, товарищ Оптимистенко! Вы же должны же понять, что вопрос касается важнейшей вещи. О поездке моей ответственного работника во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку. Да не согласовано ваше путешествие. Да как не согласовано, когда я себе с утра уж элитер и мандат выписал? Ну, видите, СНКПС не увязано.
А при чем тут НКПС? Ведь это же головотяпство. Это же не поезд. Тут за одну секунду 40 человек или 8 лошадей мчат вперед на целый год. Отказать нежизненно. А. Запишите и занесите в протокол. В таком случае я должен заявить, что я снимаю с себя всякую ответственность, если в случае незнакомства с предшествующей перепиской и неудачного подбора личного состава произойдет катастрофа. Ну и это вы оставьте. Да. Да. И не угрожайте крупному государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться неудобно. О. А ежели произойдет катастрофа, мы тогда и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола. Хорошо, хорошо. Я уйду. Я уйду. В таком отношении я скажу, что я ухожу в отставку. Пускай меня потом изучают по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу, но вам же, товарищи, хуже. Товарищ. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Простите, что я опоздал. Но, понимаете, эти дела. Я все-таки к вам заехал на минутку, да. Я отказывался, но никто и слушать не хочет. Езжай, говорят, представительство. Но раз коллектив просит, пришлось согласиться. Только вы учтите, товарищ, что я работник центрального значения. Пускай другие колхозятся. Вы это заранее учтите, пожалуйста, и снеситесь. Товарищ Оптимисенко, он может дать молнии за наш счет. Вы, конечно, понимаете, товарищ, что мне придется предоставить должность, соответственно, стажу и общественному положению, как крупнейшему работнику в своей области. Товарищ. И поэтому... Я никого никуда не определяю. Как? Я явилась к вам только для убедительности. Спасибо. Не сомневаюсь, что с вами поступит так, как вы этого заслуживаете. Приходите вовремя, ровно в 12 часов, на станцию 2030 год отправляется первый поезд времени. Вы когда-нибудь видели социализм? Я сейчас увижу социализм. Удивительно интересно. Давай. Итак, прошу слова, беру слово. Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате изобретен аппарат освобожденного времени. Этот аппарат освобожденного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что момент стоячий. А так как в стоячем моменте неизвестно, где заключается начало, а где наступает конец, то я скажу сначала заключительное слово, а потом вступительное. В свою очередь беру слово от лица всех и скажу вам прямо в лицо, невзирая на лица, что нам все равно, какое лицо стоит во главе учреждения, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стоит. Но скажу нелицеприятно, что каждому лицу приятно, что это опять ваше приятное лицо. Поэтому от лица всех подношу вам эти часы, так как эти идущие часы будут к лицу именно вам, как лицу, стоящему во главе... Товарищи, по первому сигналу мы мчим вперед, прервав одряхлевшее время. Не листай страницы! Воскреси, сердце мне вложи, кровищу до последних жил, в череп мысль вдолби. Я свое земное не дожил, на земле свое недолюбил. Ваш 30-й век обгонит стаи сердца раздиравших мелочей. Нынче недолюбленные наверстаем звездностью бесчисленных ночей. Воскреси меня за то, что я поэтом ждал тебя.
откинул будничную чушь. Воскреси меня хотя бы за это. Воскреси, свое дожить хочу, чтоб не было любви служанки, замужеств, похотя, хлебов. Постели проклят, встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь, чтоб день, который горем старящ, не христорадничать моля, чтоб вся на первый крик товарищ оборачивалась земля. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с человеком коммунные. Радость работать, жажда жертвовать, неутомимость искать, выгода отдавать гордость человечностью. И она, и вы, и автор. Что вы этим хотели сказать? Что я и вроде не нужны для коммунизма? Люди. Любимые, нелюбимые. Знакомые, незнакомые, широким шествием излейтесь в двери те, и он свободный, ору, о ком я, человек, придет он. Верьте мне, верьте.